I just want to kill you myself. Человек-паук «Нет пути домой». Как же долго мы ждали безымянный фильм, в котором не знали ни событий истории, ни главного злодея, ни названия. Впрочем, сейчас винить Sony в ужасной пиар-компании проекта не стоит. Фильм собрал нереальный кэш, поднял огромную шумиху и заставил даже не имеющих представления о том, кто такой Человек-паук, сходить в кино и глянуть, о каком это молодом лепсе и зеленом эльфе толкуют эти зумеры. Так что хитрые японцы точно знают, как ловить волну и грамотно продвигать кино. Они настолько уверены в себе, что перескочили с Человека-паука и его злодеев на Эль-Муэрте. На вопрос, кто это такой, я отвечать не буду, потому что сегодня в центре внимания паучок Тома Холланда и его история, что принесла тысячам фанатов бурю эмоций еще до выхода фильма в кинотеатрах. Но сейчас, спустя полгода после премьеры, я готов уверенно, не боясь выразиться сгоряча, сказать: «Нет пути домой» — один из лучших паучьих фильмов, что мы имеем на данный момент. Ведь другие паучки появились не столько ради кассы и истерик в кинотеатре, сколько ради развития главного героя. Я хочу, чтобы вы заметили ту самую историю становления Человека-паука, что пускай несколько отличается от версии предшественников, но не менее точно передает суть персонажа. Удобно расположившись в кресле кинотеатра, начиная сеанс просмотра долгожданного проекта, я бы даже и не подумал, что посмотрю великое кино. На тот момент мне казалось, что «Нет пути домой» словно скоростной аттракцион, слишком уж быстро пытается погрузить меня в историю. Резвое начало идеально передает растерянное состояние Питера. Казалось бы, все у главного героя наконец стало налаживаться. Злодей повержен, и ничего не мешает Паркеру открыто общаться со своими близкими друзьями, ведь барьер тайной личности перестал быть проблемой. Наслаждаться этим герою удается недолго, ведь с исчезновением одной беды появляется другая. Раскрытие двойной жизни Человека-паука становится для Питера обоснованной причиной для тревоги, и всю происходящую в его голове суматоху мы можем прочувствовать и сами. Тому причиной также служит операторская работа. Если что, эта сцена снята одним дублем, ну или склеена так ровно, что даже не чувствуется разрыва кадра. Герой оказывается свидетелем того, насколько дикими могут становиться люди, когда речь заходит о жизни звезд и прочих, до кого простым обывателям никогда не дотянуться. И ведь речь идет не о харизматичном миллиардере, питающемся вниманием прессы, а о обычном школьнике с незаконченными дома уроками. И ритмичный саундтрек, и визуальная динамика с тряской камеры создают ощущение побега. Побега от раздражителей, что стали накидываться на бедняжку Паркера и грызть его голову аж до самого дома. И это было только начало. Про нелюдя пауха! К счастью, несмотря на весь происходящий дурдом, общественное мнение поделилось на два лагеря. Тех, кто поддерживает мистерию, и тех, кто остался верен дружелюбному соседу. Ладно, на три. Третьим было просто плевать. Благодаря фотографиям со съемок, об этом мы догадались еще до выхода трейлера. Я понимаю позицию сторонников Человека-паука. Пускай он и не самое доверенное лицо Нью-Йорка, этот парнишка числится в составе Мстителей и участвовал в масштабной войне против Таноса. Но в чем логика последователей Мистерио? То есть, еще недавно вы ставили Спайдермену статус Железного Человека, величайшего героя, а теперь лаете на него, защищая волшебника, что супергерой уже как 3,5 дня. Можно было бы сделать вывод о том, насколько сильной может быть информационная пропаганда, которую в прямом эфире транслируют на главной улице города. Но Daily Bugle не авторитетный источник, а провокационный портал, в котором прощупали формулу успеха и только сейчас начали хайпить за счет имени Человека-паука. Явный демонстрация логики сторонников Мистерио является сцена в школе. Эль-Муэрто? Ну уж нет. Вот этот парень, главный претендент на роль одного из членов зловещей шестерки. Серьезно, почему персонаж настолько гиперболизированный? Мистерио был прав. Но в чем конкретно он был прав? Квентин не выдвигал никаких идей, однако все вдруг стали агрессивно мстить за парня в аквариумном шлеме. В общем, вся эта движуха с общественным мнением сильно притянута за уши. Что же это творится? Ну и пока мы не отошли слишком далеко, хотелось бы сказать насчет камео Мэтта Мёрдока. Я слышал много мнений, мол, зря авторы вырезали дополнительные сцены с Чарли Коксом. Но так ли они нужны фильму? Ведь в целом Мёрдок нужен сюжету, только чтобы передать информацию о снятии всех обвинений. Marvel могли сделать это тысячу другими способами, однако остановились на приятной незатянутой беседе между Человеком-пауком и Сорвиголовой, с намеком на его дальнейшее появление.
И да, эту сцену интернет увидел до выхода фильма, да и не только эту. Помните эти шокальные фотографии, что точь-в-точь подтвердили некоторые инсайды? Большая часть сцен со злодеями будет происходить в подземелье Стрэнджа. У Электро будет желтая униформа, а гоблин Уильяма Дефо будет уничтожать своей харизмой без шлема. Все это со временем становилось все более очевидным. Однако отнюдь не очевидными оказались злодеи картины. Таким же был и Эдриан Тумс из «Возвращения домой». Зритель понимал, на чем строится его мотивация и ради кого он каждую ночь отправлялся за поиском добычи. Мужик – просто жертва сокращения и теперь всеми силами пытается зарабатывать деньги и обеспечивать семью, пускай и радикальными методами. В сиквеле все строилось на том, что злодей и не злодей вовсе. Но как только занавес раскрылся, перед нами встал обычный Квентин Бек с жаждой мести и дронами в арсенале. В триквеле персонажи не были столь однозначными. Всех их связывало то, что они гости из других вселенных и были убиты от рук Человека-паука. Но сейчас они здесь, живы-здоровы и не знают, что делать. Если так задуматься, они и не тянут на злодеев. Доктор Осьминог страдает от искусственного интеллекта щупалец, вследствие чего проявляет бессмысленную агрессию и кажется чересчур раздражительным по отношению к глупым подросткам. Учитывая, что к середине фильма его дефект исправят, можно вычеркивать Октавиуса с роли антагониста. Это правда я. Песочник просто ходячий мем, о нем особо нечего сказать. Не только потому, что практически весь фильм Флинт Парка – это ходячий куличик, но и потому, что всю его мотивацию можно объяснить двумя словами. Хочу домой. Душевно, как же я тебя понимаю. То же самое с ящером. Хотя нет, не то же самое. Марка хочет вернуться к дочери, а чего хочет это присмыкающееся? А хочешь, сделаю тебя совершенством. Это в смысле, ящеркой? Именно. Это просто шизоид, что хочет превратить всех людей в ящериц. И похоже, ему плевать, в какой вселенной этим заниматься. Просто дайте ему возможность выйти в свет. А лучше не надо. Зря что ли его CGI-модельку постоянно помещают в участки с плохим освещением. А вот Электро уже куда ближе к статусу одного из главных злодеев фильма. У него есть все причины творить в этой вселенной беспорядок. Во-первых, еще в высоком напряжении нам дали понять, что Макс не слабо ударился головой, и «Нет пути домой» продолжает придерживаться этой мысли. Во-вторых, у Дилана появились крутые возможности. Энергия во вселенной Паука Холланда, как он сам и подмечает, гораздо насыщеннее. Как-то слаще. Тот же цвет поменялся. И я говорю не о цвете кожи. Да и сам Макс отдалился от образа задрота в сторону бандюги из «Малыша на драйве». В родной вселенной его никто не ждет, он никому не нужен, а по возвращению и вовсе моментально отправится на тот свет. Так почему бы не остаться здесь? В общем, у персонажа появились все условия, чтобы стать супер харизматичным злодеем. Все же, прости, Джейми Фокс, но не тянешь ты на главного антагониста. А вот Уильям Дефо... Как же я волновался за своего любимого злодея и великого актера. Ведь чтобы испортить персонажа, много ума не надо. Авторы могли впихнуть в Нормана порцию ненависти, отвратительный CGI костюм и выдвинуть его на роль главной шишки коварной пятерки. Но сделали все так аккуратно и грамотно, что образ Нормана Осборна из «Нет пути домой» лишь дополняет историю, показанную в трилогии Сэма Рэйми. Еще больше стали копаться в теме раздвоения личности Нормана. Пускай в фильме 2002 года нам показали достаточно сцен с его психическими проблемами, триквел Джона Уотса попытался раскрыть намерения человека, а не сидящего внутри монстра. Осборн на протяжении всего фильма хочет избавиться от зеленого гоблина, и на этот раз директору Оскорпа хватает смелости ему сопротивляться. Однако злая сторона его личности побеждает, не оставляя никаких шансов на ее уничтожение. Трус! Прячешься от собственного могущества. Что мне понравилось еще больше, гоблин – искусный манипулятор. Он не берет командование над этой кучкой болванов. Он, будучи гениальным психопатом, внушает братве то, что их способности не проклятие, а дар. Думаете, гоблин говорил это, чтобы вдохновить потерявшихся в жизни людей на поиск нового смысла? Нет, ему были нужны марионетки, способные отвлечь паука и навести в городе беспорядок. Сильный все берет, слабый духом не решается. И вновь зеленый гоблин выдвигает тему о сильных и слабых людях. Им питает злоба.
Он – источник невероятной злой силы, но в мире есть и другие, не менее могучие люди. Одним из таких является Человек-паук. И Гоблин это понимает, а потому еще в первом фильме пытается приманить паука на свою сторону, дабы вместе они истребляли других влиятельных людей и властвовали над слабыми, ничтожными гражданами этого ужасного города. Но сейчас он выяснил, что паукан тоже, в общем-то, не слабачок и ни перед кем не прогнется. Оттого злодею остается лишь одно – показать, что значит быть героем, что значит испытывать боль и принимать всю вину за погибших жертв на себя. Вот кто был прав. Он всегда был прав. Стоит заметить, что его мысли были приближены к жестокой правде. Он не промахнулся даже в своем высказывании об общественном мнении. Ведь поначалу горожане действительно сочли паука забавным, милым, дружелюбным соседом. И что теперь? Люди окончательно сошли с ума, поверив случайному уродцу в суперкостюме. Люди ненавидят паучка, стремятся навредить ему любыми способами. Грустно, когда выясняется, что злодей был прав. Но если бы не его склонность к разрушению и власти, это был бы не зеленый гоблин. Поразмыслите над этим, герои. А теперь можно поговорить и о паучке Тоби и Эндрю, ведь сценаристам удалось исправить ошибки их фильмов и частично закончить незавершенные сюжетные линии. Что мне очень понравилось, так это... Ой, приветик, давайте знакомиться. Я авторитетное лицо группы Шума Симбиота, поэтому хочу попросить вас подписаться на сообщество ВКонтакте. Ведь только там самые свежие анонсы, первые отрывки к роликам, арты и другое творчество. А еще недавно там вышел комикс, посвященный тому, где все это время пропадал Шум. В общем, всех жду. Неожиданно. Я просил ее сделать это к концу ролика, но ладно, продолжим. Начнем с Тоби Магуайра, самого первого Человека-паука для большей части российских зрителей. Во-первых, стоит сказать, что актер сильно постарел, и в этом мы винить его не будем. Пускай сам персонаж появляется незадолго после событий третьей части, в нашей реальной жизни с момента премьеры фильма прошло аж 15 лет. Актер уже давно успел уйти в запой и вскоре выбраться из него. Поэтому не удивляйтесь, если на момент просмотра он показался вам сухофруктом. Во-вторых, хочется отметить, паучок Магуайра постарел не только визуально, но и духовно. Среди всех трех спайдерменов он стал казаться самым мудрым и сдержанным. Да, он все тот же добрый скромняга, каким был в своих фильмах, но вот чувствуется в нем богатый жизненный опыт и серьезный настрой. В его совместных сценах с другими паучками он кажется бывалым мужиком, который когда-то начал и до сих пор делает свою работу. Особенно понравилась сцена с обсуждением веб-шутеров. Для Паркера Тоби Магуайра все эти технологичные приспособления с выделением паутиной жидкости кажутся в новинку, ведь в его время все было куда проще и паутина выделялась сама. Ну а для пауков Эндрю и Тома это еще один повод порофлить над дедом. И что не менее важно, сценаристы «Нет пути домой» даже частично исправили образ Человека-паука Тоби Магуайра. Все вы помните эту сцену с поимкой убийцы дяди Бена. Так вот, не смутило ли вас то, что Паркер позволяет преступнику выпасть из окна, несмотря на то, что мог бы без особых трудностей спасти его жизнь? Тогда какой смысл в словах о силе и ответственности, если то, что ты делаешь, это месть? Питер не усваивает урок и позволяет убийце умереть, а Человек-паук так бы не поступил. Поэтому в фильме Джона Уотса Магуайр отчетливо говорит о том, что сожалеет о содеянном. Я долго не мог освободиться от этой ненависти. Им руководствовалась месть, и это ни к чему хорошему не привело. Отчего в схватке КВМ Паркера и Гоблина Тоби останавливает попытку убийства злодея, тем самым спасая не только своего врага, но и моральные принципы Питера-младшего. Учитывая, что во многом грандиозный Человек-паук вдохновлялся трилогией Сэма Рэйми, можно сказать, что эту противоречивую сцену исправили еще в 2008-м. Там главный герой все же спасает убийцу. With great power comes great responsibility. Именно поэтому грандиозный лучший паук ever, но сейчас не об этом. Совершенно другим по сравнению с Тоби Магуайром кажется Человек-паук в исполнении Эндрю Гарфилда. Я Питер Паркер. А я все думал, когда же ты появишься? Еще в своих собственных фильмах его Паркер выглядел куда более открытым подростком, нежели версия Тоби Магуайра. И на скейте катается, и с девочками флиртует, и в науке шарит. В общем, всесторонне развитый человек, от которого так и бьет импульсом. За это отдельное спасибо самому актеру, ведь по большей части именно Эндрю сделал персонажа таким, каким он и вышел в итоге. Все мы помним, на какой тоскливой ноте завершилась его история. И ведь всему виной он сам.
если бы Питер не впустил Гвен в свою опасную жизнь, если бы он послушался капитана Стейси и не втягивал ее в свои геройские дела, все было бы иначе. Но вместо этого Паркер решил отдаться чувствам, забив на все сказанные обещания, за что вскоре и поплатился. Несомненно, это сильно сказалось на моральном состоянии персонажа, о чем он, собственно, и говорит. Я стал жестоким. Все же до чего приятно видеть, что наш приятель все еще на ногах и держится молодцом. Пускай ему и пришлось пережить огромную трагедию, он до конца остается энергичным позитивчиком. А иначе кому нести эту ношу дружелюбного соседа? Как же я был счастлив, когда сценаристы дали возможность спасти МДжей именно пауку Гарфилда, тем самым позволив ему наконец простить себя за смерть Гвен. Какие же трогательные арты после этого стали создавать фанаты. Спасибо, я ни капли не разочаровался. Тому причиной послужило также то, что появление спайдерменов из других вселенных обосновали не только фан-сервисом, но и сюжетной составляющей. В то время как пауки Тоби и Эндрю переживали потерю в семье вместе с тетей Мэй, Паркеру из киновселенной Марвел приходилось какое-то время мучиться потоком мыслей в полном одиночестве. До тех пор, пока на помощь не пришли друзья и братья по судьбе, которые и помогают главному герою не потерять себя и не озлобиться на этот мир. Кто как не они способны понять, что чувствует Питер? Каждый из этого дуэта во время переживания того же периода, что и КВМ Паркер, успел по-своему накосячить, и чтобы то же самое не случилось с главным героем, они дают ему необходимые наставления. Тоби не дает Питеру стать убийцей, а Эндрю, возможно, вообще дважды спасает МДжей, в первый раз физически, а во второй косвенно. Рассказав о том, что его версия МДжей погибла по его вине, он так или иначе влияет на мысли и решения героя. Ведь, как мы помним, к финалу фильма Питер все же оставляет Мишель в покое, не объяснив то, что с ними недавно случилось. Как, собственно, и говорят, учись на чужих ошибках. Именно поэтому герой Тома Холланда наконец становится полноценным Человеком-пауком. Забавно, но «Нет пути домой» структурно схож с первыми фильмами Сэма Рэйми и Марка Уэбба. Появление трудностей, не моя проблема, личная трагедия, приобретение ответственности, принятие решения. Однако еще в возвращении домой он самостоятельно понял, что на нем лежит огромная ответственность. Если он может помочь людям, он обязан это сделать. Просто разница в том, что на нем еще слабо сказывалась супергеройская ноша. Питер еще не получал серьезную отдачу за то, что он делает. И вот в «Нет пути домой» он, через смерть тети Мэй, наконец понимает, что с каждым выходом героя в свет страдать будут только его близкие. И даже эта простая деталь с царапиной на лбу у Мишель отлично дает зрителям понять решение Питера. Битва была Паркера, а след остался на МДжей. Не представляю, насколько тяжело было главному герою к концу фильма. Просто представьте, все, кто вас знал, не помнят ни вас, ни то, что вместе с вами испытали. Печальнее еще то, что у Питера нет даже совместных с друзьями фотографий, ведь магия Стрэнджа стерла все, что касалось Паркера. Единственное, что осталось у него от друзей, лего-фигурка Неда и кофейный стаканчик МДжей. Насколько же силен главный герой, раз не отчаялся, потеряв всех, кого он любил, а принял свою сущность Человека-паука, навсегда избавившись от личности подростка. Естественно, в следующих частях ему все равно придется балансировать между двумя жизнями. Но сомневаюсь, что к финалу фильма он об этом мог подозревать. Кто знает, что ждет героя дальше. Встреча с Гвен и Гарри, слияние с симбиотом и попытка победить свою теневую сторону. Время покажет, остается лишь ждать и следить вместе со мной за новостями, крутящимися вокруг мира Человека-паука. Всем спасибо! Если вы досмотрели аж до самого конца, то почему бы не влепить этому ролику лайк и не подписаться на канал? Надеюсь, этим видосом вы простите мне то, что я не выложил свое мнение о фильме, когда это было еще актуально. Не забывайте подписываться и на группу ВКонтакте. Там я частенько выкладываю ваши арты и рассказываю о всех новых анонсах. Это был Шум Симбиота. До скорого!